Это? Ёшкин хуй в базе. Первым ворвался. Здание. Камеру. Пук посмотри. Был. Этот параллельно как блин, нормальное дело. Тоже, как закончу стрим, буду готов. Еще запущу. Я даже не посмотрел, как что там выходит. Который делает красивую сетку на кидай. Пора, наверное, уже это начинать собирать эти уроки по блендеру. Ништяки по блендеру. Заводить какой-нибудь раздел где-то. Столько накидали всяких вещей. Прикольно. Отдельный там, не знаю, в блокнотике надо отдельное место. Подготавливать для аддонов и прочих.
А ты, кстати, Ёшкин хвост, кидай там, если какие-то интересные штуки. Тоже всем интересно. Твой патрульный, привет. Давненько тебя не видно было. Рад ты намоделил тут. Да. Давай, раз ты пришел, покажу. В двух рендерах я проверяю. По-моему, ты присутствовал, да, когда я в блендере там ковырял. Закончил. Теперь уже вот, текстурю. Я ремонт закончил, поздравляю. Ремонт. Тяжкое дело. То есть там видос какой-то. Я, кажется, понял. Кстати, сетки в какие-то разные узорчики прикольные. И сохраним. Да, надо сделать уже какой-то. Монт нельзя закончить. Так, вот значит, в дизайнере такая штука сейчас. Я в двух рендерах сразу проверяю. Примерно, ну. То есть специально в нескольких местах просмотрю, чтобы, ну, отследить баги, да, которые, например, в одном месте не видны, а в другом видны. Такие вот нюансы, какие-то различия увидеть. В том, что получается. Ну, это помогает именно анализировать. И вылавливать какие-то приятные места в работе. Также жду. Эти. Покажи сетку, ты изображаешь. Ну, не талант, сейчас. Это голик. У меня не лоу поле, у меня, я же говорю, это хайрес, затем, скажем так, оптимизированный хайрес, типа. То есть сейчас у пушка 2 ляма. Не, 2 ляма треугольников. Какое применение у него может быть? Можно сразу вот эту геометрию, например, использовать в синематике, в ролике каком, да? Ее прямо для кино. А второе применение, например, можно сделать лоу-поли. Разные лоу-поли можно сделать, да? Ну, любое количество там полигонов. И запечь вот эту текстуру, в общем, и все текстурки запечь с хайреза, скажем. Давно хотел так попробовать делать объект.
Продай мне этот ствол. Он на Гамроде будет. Я его планирую выкинуть. Можно наделать лодов и будет крутить. Да. Я как-то. Я не помню, когда я. У меня такая идея вообще, как я до этого дошел. Мне давненько приходила идея, что вот. Даже с другом это обсуждали, что вот прикольно, наверное, будет именно вот. Было бы прикольно сделать хайрез и его затекстурить, да? И потом, например, просто с этого хайреза пикать эти игровые модельки. Тоже как вариант. То есть, во-первых, у тебя есть крутейшая там, да, детализированная геометрия, ну как текстуренный хай-поли. Ну, а во-вторых, ты можешь там изменять лоу-поли, все, что хочешь сделать с лоу-поли, все это все равно перенесется, как бы, ну, без проблем на лоу-польку. Ну, единственный минус при переносе в лоу-польку это некоторая детализация, да, которая идет в текстуре, она может не запечься, типа. Ну, это такое, конечно. Несерьезно, я бы сказал. Это затекстуренный хайрез? Да, типа того. Затекстуренный хайрез. Александр Тисков. Как это, методика текстурирования, в принципе, такая же, как если бы я это делал лополькой. Кстати, вот это. Да, счастливо, счастливо. Заходи. Еще. Я с разными энвирами отсматриваю. Как бы и в Мармарсете, и в дизайнере, но вот. В Мармарсете что-то беда какая-то. Мне дырки здесь вообще не нравятся. У меня, кстати, даже есть купленные HDR-ки. Это там японские, по-моему. Тоже они еще хуже, чем те, которые по умолчанию стоят. Спасибо за крутизну. Если я это сейчас думаю, что дальше делать, строю сейчас список как бы, в голове, что мне надо делать. По обойме сейчас левел у меня. Есть. Попробовать увеличить экшену в целом. Процевик CG, привет. Спрашивал, но я пропустил. Почему ты пользуешься дизайнером, а не мармарсетом? Так я как бы и дизайнером, и мармарсетом пользуюсь. Но в них есть отличие. Мармарсет. Вообще мне в Мармарсете рендер как-то не очень нравится. Даже несмотря, что там есть вот этот Global Illumination рендер, типа.
Все равно мне сам рендер, даже если вот сравнивать там с анриловским рендером, то мне Marmoset кажется слабоватым в плане рендера. Ну, то есть он мне не очень нравится вообще. Ну, я им пользуюсь только из-за того, что туда можно быстро объект закинуть. Турки на него, значит, то есть можно быстренько все сделать и уже отсматривать примерно, да, как объект. Но качество рендера мне там нравится. Ну а вообще я вот конкретно в данном случае я же два рендера пользуюсь. Дизайнеры рендерю, Marmoset рендерю. Два рендера даже. Китайцы вон едят палочкой, им норм. А ты знал, почему они кидают? Как у них вообще пошла вот эта вот традиция? Палочная традиция. Паузу надо, чтобы не тормозил мне систему. Так, магазин, значит, магазин надо. Делаю только roughness. Делаю на него true. Roughness. В смысле? Глянцевостью. А то его. Теперь патрон сделаю. В общем, перехожу к патрону. Там потом посмотрю, в какой-то части вернусь. Вот она. Процевик, я, кстати, на твой вопрос ответил. То есть ты об этом спрашивал? Чтобы сократить время рендера при использовании сцену поместить поверхностно. Да нет, это же будут абсолютно разные вещи, как Global Illumination это не только как бы освещение объекта, это еще и просчет как бы вторичных лучей. То есть отскакивающих от объекта лучей. То есть это физически верный просчет источника света. То есть то, как себя этот, как их назвать? Ну, в общем, частица это освещающая, как она себя ведет. А то, что ты окружение сделаешь, как бы ты чащимся это как бы не поможет. Хочу. Этот Unreal работает по такому.
Толь Эрстайл. Успел прочитать. Добро пожаловать. Привет и добро пожаловать. Проснулся. Я как бы давно уже пора бы проснуться. А почему именно на дизайнер упор? Потому что в дизайнере Iray рендер. А это почти, ну, скажем так, как же их называют? Пасттрейсинг эти рендеры. Ну, то есть, как скажем, это почти взрослый рендер. Реалистичный. А Marmoset это как бы игровой рендер. То есть там много фейков. Он не до конца физически правильный. А Iray, он все-таки более физически верный. Поэтому в его пользу и выбираю. У тебя трабл с микрофоном? А, да, я же вчера отключал, потому что... Ой, тише сделал, делал, потому что... Собакен косточку грыз. Все, вернул обратно. В Blender есть физически верный движок, рендерить можно там. Да, я, кстати, думал об этом. Ну, сейчас я это не делаю, потому что это надо будет разбираться мне в Blender, да? А потом, когда я доделаю объект, я потом хочу под конец. Может быть, я даже вообще все финальные рендеры сделаю в Blender. И получится такая, типа, работа, да? Скажем так, в которой большая часть выполнена в блендере. Будет вообще круто. В общем, я думал об этом. И под конец планирую зарендерить в Cyclos. Я сейчас думаю, надо мелкие царапины сюда добавить. Так, сейчас сразу же дам имена слоям. Делаю слой, в котором будут мини-царапины такие вертикальные. Я, кстати, вертикальные царапины забыл добавить еще на этом, на обойме, но ладно, надо запомнить и попозже вернуться к этому. Ёшкин хвост, ты что-то прислал? У меня чат не показывает, к сожалению. Бесит этот чат. В данном случае anisotropic noise тут, я думаю, хорошо подойдет. Должен, по крайней мере. Ссылку на правильные патроны. Она, по-видимому, какая-то очень длинная эта ссылка. Чего она не показывается?
Но у меня как бы рев патронов-то есть, вот. Чё мне? Ты думаешь, я из головы делаю? У него патрон нормальный, у него с пулей что-то странное. Патрон, имеешь в виду гильза, что ли? Ну вот, смотрите, у меня вот такой референс. Вот. Кстати, я же уже делал такой шум на белом металле. Он прикольный был. Надо его использовать. Во, вот это, по-моему, да? Этот, по-моему, это он. Сейчас. Да, вот это он. Сейчас его возьму. Какие-то странные песни сегодня на радио. Какая разница с хвост большой звук и с майк? По-видимому, есть какая-то разница. И назову его как-нибудь. Но и все. Ту метал, наверное, да? Вот тут-то... Что тут самое левое? Ну да. Это 20... Да, это 22-й калибр. Я даже знаю, почему ты спрашиваешь, и уже ты не первый человек, который спрашивает, типа удивляется. Выглядит большой, типа референс следующий. Ну, для тех, кто не присутствовал на прошлых обсуждениях этой темы. То есть референс вот, пушка такая. У нее есть разные, как же это назвать-то, версии, да? Вот версия такая. То есть мне понравилось именно здоровое дуло. Вот и... Сейчас еще найду, где-то была у меня фотка. Надеюсь, я не удалил. А, вот. Вот. Здоровый ствол, это, я так понимаю, встроенный глушитель. Вот поэтому он такой, типа, здоровый. Единственное, надо перевернуть этот noise на 90 градусов. Мне в другую сторону интересует направленность этих царапин.
Надо попробовать поменьше сделать эти царапины. Хотя они и так уже мелкие. Варп надо послабее сделать и поменьше. Вмятина надо послабее сделать. Шарп еще на эти царапины сделаю. Немного четкости прибавить. По моей ссылке выше текстура на гильзах очень хорошо видна. Но видишь, что-то ссыль... А, во, короткая ссылка, все, я не заметил. Но прикол в том, что тут сблизи то, что ты кинул, да? Сейчас скопирую, я все это вставлю, полезно будет. Мне не получится сделать прям такую детализацию, как вот на этих гильзах, да? Потому что у меня текстурной плотности не хватает. Просто. Ну, за ссылку спасибо, может как-то пригодится. У меня... В общем, таких-то такой детализации не получится сделать тут. Теперь здесь, наверное, еще порисую немного. На краях чисто.
Crucified Junk, добрый день. Так, ага, на этой части у меня другой материал, так, поэтому не срабатывает. Свичмарк, привет. Усилие немножко, это царапина, то они издалека практически вообще не читаются. Вот так, пойдет. Сохраняюсь. Что с патроном? Что с патроном? На патрон надо тоже потертости сделать, но... Но поаккуратнее как-то. Так как детализация маленькая, надо что-то вот... Блин, что-то я тут с габаритами немного не отгадал. Вот эта штука должна была быть толще. Шире, точнее. О, назвать это парт. Назову пока что. Я вообще не понял, откуда она тут. Так, а чё тут? Я не знаю, на референс же похоже. Или не похоже? Попробуй через Anchor Points. Попробуйте что-то сделать. А что это ты кинул? Что там смотреть? Может быть, цвет другой просто сделать. Не, ну я как на референсе делаю. Че? Будем считать, что это какая-то супермощная пуля, чтобы пробивать космические броники. Волшебная пуля такая. Конечно, она хоть и маленькая, при столкновении с объектом разрывает просто все на своем пути. Если легенда вот такая будет.
Пробую, значит, просчитать cavity, используя anchor points на эту деталь. Ну, в целом нормально. Че, левелом сейчас подкорректирую это и пойдет. Ну и как всегда разбавлю каким-нибудь, ну, с шумом это, так как у меня тикселяция тут маленькая, значит, нужен какой-то маленький шум совсем. Выберу white noise. В данном случае он вообще нормально подходит. Multiply с небольшой интенсивностью смешивания. Так. И шарпом еще это обработаю. Так немного порезче было. Сохраняем, экспортируем, проверяем. Поярче надо base color сделать немного. Левел сделаю. С помощью левела данную манипуляцию выполню, чтобы по каждому слою не проходиться. Достаточно сверху левел создать. Ну и с помощью него высветлить картинку.
Раз у нас что-то какой-то слабенький. Может попробовать на этом нойсе еще увеличить. Камера тут, конечно, очень странно летает. Надо будет тут еще на пластике некоторые вот такие места подчеркнуть. Снова убрать фактуру, во-первых, вот с этих вот толщин мелкую. Сюда не заходило. А тут будет такой, ну, надо отделить, получается, вот эти вот толщины, ребра, да? Ребра назовем их, пластика. Вот, как бы, остальные всей поверхности. Вот здесь тоже надо будет убрать на фаске. Масло надо потемнее сделать, на которое на пластике.
Почему до тебя не достучат? Как проверить твой букгетер? Ну видишь, стримлю. Стримлю и особо не отвечаю. Ну, не смотрю там на сообщения. Блин, что за радио? Мне кажется, спекуляра много на ложементе. На... Не понял. На каком ложементе? Что это, кстати, забыл совсем. Всем, кто недавно прибыл, привет. Вот на этой черной хреновине спекуляра много. Ты про спекуляр левел или про то, что он типа блестит? О, гля, то, что он глянцевый. Спекуляр левел, по-моему, нормальный. Фактуры тоже, конечно, такое на слишком, ну, когда близко, в общем, на близких ракурсах шум все-таки такой достаточно большеватый. Вот я пока что не уверен. Наверное, я тогда рендеры буду, то есть я не хочу убирать шум из бампа все-таки, но это самый минимальный бамп, который получается сделать с данной текстурой, да? Поэтому я, наверное, буду просто делать такие рендеры, на которых данный шум, он нормально выглядит, то есть не выглядит большим. Про то, что он глянцевый. Ну, это может быть. Вот насчет глянцевости, да. Хотя и такая глянцевость тоже, она имеет место быть. Вот на фоторефах, например, смотришь, тут разные варианты есть. Есть, которые глянцевые. И, но все-таки, когда она более глянцевая, это создает ощущение более твердого предмета. То есть, если его делать более матовым, он будет, ну, таким до мягкости добавит пластику. Поэтому я не уверен, стоит ли его уменьшать, что как бы... Вот данное ощущение твердости, оно меня устраивает. То есть мягче не хочется делать. Так, а Колян, если тут я тебе потом, в общем, закончу стрим. Смотрю, что там мне понаписали. Ой, напишу тебе. Еще вот эти вот потертости на углах я, получается, сделал. Они мягкость добавляют. Я не уверен. Потому что их надо оставлять именно так.
Смотрю, где они у меня вообще. Попробую их покрутить. Так, давай тут общаться. Есть что скрывать? Ну смотри, о чем? О зарплатах. Вот тут бывает спрашивают, там, сколько получал на ВГ, там, вот эти всякие штуки. Сколько времени делается танк, сколько там, какие технологии используются. Зачетная пуха выходит, Хайрес был. Ну это сам, это вообще Хайрес. Делал я его в блендере, полностью все в блендере сделал. Это хайрезная пушка, как бы, но оптимизированная, то есть DC-мейт я сделал на ней. 2 ляма получается сейчас вот в пейнтере конкретно 2 ляма. Ну и я стриму, серия стримов была посвящена моему переходу из 3D Max в Blender. Но ты же не признаешься, да? Конечно, я не признаюсь еще. Я сам себе враг, что ли? Мне кажется, кстати, да, может, они меня проверяют специально. Но я как бы не, я еще пока что не раскололся. Мне не нравится, что он на краях как бы слишком большие, что ли. В общем, сейчас вот эти потертости на краях, они очень такие мягкие и, ну, они как бы дают объекту ощущение, смягчают объект. Мне это не нравится. Мне бы хотелось как-то их утончить. Но можно ли это сделать, потом как бы... Это как бы минимальная тонкость, которая есть на курватуре. Сейчас надо подумать. Зачем тебе оптимизированный хорез? В кино решил? Ну да, типа как для киношки сделать, для синематика, для кино потренькаться. Ну и попробовать вот эту тему, когда делается хорез разукрашенный, а потом ты можешь на этот хорез любой лоурез сделать и запечь все в лоурез. Здесь еще все... О, Рон, привет. Здесь еще все пишется сразу улики. Ну да, как бы не отмазаться. Прям в самом Твиче есть даже записать клип кнопка. Вообще просто все быстро, удобно. Конспирация. Или как это называется? Сбор улик. А зачем оптимизировала? Только зачем как бы мне супер детализированный хорез? Я просто подумал, как бы... Ну, быстрее как бы текстуриться будет даже в пейнтере все это. Ну, тем более после DC-Mate оно особо... То есть я подбирал такие значения DC-Mate, при которых вот эта гладкость, да, она не страдает. Ну и все-таки в пейнтере, не знаю, там большое количество поликов все-таки не потекстурить, он тормозить начинает. Вот я пробовал выше 2 лямов объект закидывать, и когда, то есть открываться-то он открывается, а когда начинаешь на нем рисовать, то это тоже тяжко, это проблематично, начинаются тормоза. То есть ты даже просто рисовальный слой создаешь без генерации, он как бы вот этот красный, вот эта красная змея, она начинает бегать, то есть уже медленнее это происходит. То есть это либо надо как-то разделять, есть, конечно, смысл. Ну, как бы не смысл, а выход, как это можно спасти. То есть вот ускорить процесс. На разные текстуры сеты, например, поделить. Там пластик это один текстур сет, темный металл это другой текстур сет, дуло там это третий. То есть на такие, если элементы делить, ну и в текстуре сете там, например, будет там по ляму, да, даже если, то будет уже быстрее работать с конкретным текстур сетом, потому что остальные, они как бы, ну, не участвуют, находятся в скрытом состоянии. Но
Это немного неудобно, то что переключение, конечно. Ну, то есть, ну как выход тоже, я так понял, это сработает. А что ты не настроил таким образом, чтобы сразу видеть рендер в октане? Типа текстуришь и промежуточный этап рендеришь, это же. Я просто не хочу октанию юзать в данной работе. То есть у меня замут какой-то. Ну, то есть можно будет попробовать, конечно, в октане это все отрендерить. Но я хотел именно сделать как бы без там сторонних каких-то штук. То есть максимум там вот Painter использовать и Blender. То есть а под конец я еще хочу попробовать отрендерить в Cycles в Blender. Ну, то есть я специально не хотел использовать Octane. Единственное, можно было бы это попробовать, просто чтобы как бы, ну, попробовать. Так, что я хочу? Я хочу попробовать здесь сделать линии потоньше. Ты же будешь финал. Я же говорю, я хочу попробовать Cycles отрендерить. В Cycles отрендерить. Финальный типа результат для ArtStation, все дела. То есть получится, что я эту пушку делал почти что полностью в блендере, да? Блендер в блендере замоделил, в блендере зарендерил. Ну, затекстурил как бы в пейнтере. Не в Octane делал. Почему сразу не текстурить для финального рендера? Ну, я себе просто такую задачу как бы не поставил. Это с лишний геморрой как-то. Потому что конвертации в постоянные конвертации в разные софты это оно нагружает работу. Под конец я попробую, конечно. Я хочу попробовать вообще в Redshift это сделать. В Octane я уже что-то не хочу рендерить. Что-то я в нем это разочаровался. Redshift хочу попробовать под конец. Так ты сейчас можешь сделать. Блин, мне сейчас вот не хочется вообще этим заниматься. Потом. Ближе к концу я это все дело сделаю. Значит, что я хочу. Что я сделаю? Я попробую сейчас курватуру, которая была спечена в Painter. Я посмотрю, что там можно вытащить. Но мне кажется, ничего там не получится вытащить, потому что она ужасная. Может, у тебя подход к текстуре изменится? Типа, будешь усиливать какие-то элементы или гасить на стадии текстурирования. Да, но это я понимаю, о чем ты, типа, ориентируюсь на определенный рендер. Я просто себе не поставил, не ставил задачу ориентироваться там вот на эти рендеры. Я поставил задачу буду ориентироваться на Iray. Iray и Marmoset. То есть я вообще вначале думал как? Я собирался рендерить только в дизайнере. Ну, то есть, когда стартанул работу, думал, буду рендерить чисто в Iray. Вот здесь вот. То есть вот этот рендер я и хотел на финал вытащить. Но потом в процессе уже текстурирования такой думаю, блин, надо Redshift попробовать. Думаю, было бы прикольно. То есть уже в процессе текстуринга. Ну а как бы уже в процессе текстуринга как бы кипишить, начинать настраивать другие сцены как-то вообще не хочется. И там перестраивать, да, уже на затекстуренную сцену типа. Уже не хочется. А потом уже, даже в процессе работы, ты такой подумал, блин, а может вообще в Cycles сделать? Изначально такой задачи просто не стояло. Я вот все хотел делать именно в Painter, скажем так, и рендер тоже. Точнее, не в Painter, а в Substance. И Painter тоже в Substance я планировал делать. Редшифта, кажется, нет на Blender. Да, нету. К сожалению, нету.
Я попробовать я его хочу, потому что мне сам Redshift, он нравится, и я просто хочу с ним повозиться, поэкспериментировать. То есть сейчас вот я текстурю именно ориентируюсь на Iray. Потому что я изначально себе такую задачу поставил, ну и я ее уже как бы придерживаюсь. А все остальные рендеры это уже будет как эксперимент. А как твой... Ну пока что-то давненько я за него не садился. Я немного от него устал, решил сделать перерыв. Потом буду его продолжать. Кстати, может быть, рассказать, кто такой Дайши? Чувак на Гамродика. Это, короче, Николай из Гамрода, который вторая ссылочка. Кореш мой. Все, я тебя сдал. Просто тут народ в курсах про твои работы. Я уже рассказывал про них. Слон в носках, здорово. Ну что, по текстурим? Так, сейчас. Bcurve. Надо курватуру посмотреть, которая генерируется здесь. А я ее не генерировал, да? А, вот она. Сейчас я ее проверю. Так что можете вот Колену задавать вопросы, если хотите. Если он на них ответит вам, конечно. О, здесь потоньше, кстати, да. Здесь получается потоньше и... Не пали. А что это хобот отдельно от тебя на стрим ходит? Я, наверное, сейчас попробую... Вот видите, вот чем дерьмово вот эта курватура, которая печется в Painter'е. Если ее печь на геометрии, ну то есть на основываясь на геометрию, она вот дает такие какие-то непонятные баги. Я, наверное, как сделаю? Я сейчас совмещу несколько видов потертостей, ну то есть два вида потертостей. Одни будут вот с этой курватуры, а другие будут, ну, в общем, с другой. Fake Ambient Occlusion курватура. Здесь мощность курватуры пониже поставлю, за счет чего в курватуре будут более тонкие линии. У тебя задержка, что ли? Да, с пингом. Пинг есть. Причем он каждый раз, но меняется. То он маленький, то он большой. Непонятно, с чем это связано. Курватура. Вот я сейчас что боюсь? Если я сейчас начну рендерить курватуру, она автоматом, мне кажется, закинется в этот слот и начнет перепросчитываться вся сцена. Apply Diffusion, может, надо галочку убрать. Вот, и это... Этой штуке я боюсь, он начнет перепросчитывать всю сцену тогда. Так, стоп, давайте я сохранюсь, потому что в такие моменты может вылететь или зависнуть. Я робот, ты хобот смотрит. Что за хобот? Что мне еще надо сделать?
Я совсем забыл, мне еще эти побежалости надо подобавлять на металле. На этом этапе можно мне к этому приступать или нет? Что-то как-то не особо поменялось. Картинка. А, о, все. Хобот. А в смысле... В чате? Человек с таким ником? Находится или что? У меня просто не пишется ники в чате. Ну, то есть у меня нету списка людей, которые сидят в чатах. У меня есть только количество и все. Больше информации у меня нету. Серега, сделай репост на ArtStation. Репост на ArtStation. А я же сделал. Ты имеешь в виду Twitch, чтобы показывался на ArtStation? Я же сделал. Что, не работает, что ли? Ну-ка, сейчас посмотрим. О, кстати, зашел в этот. Да, и есть. Работает все. Вон, кстати, Колян, смотри, какой чувак тоже стримит. Помню, ну, вот этот вот. Ты его знаешь. ZBrush лепит. ArtSurface. Прикольно, не знал. Надо будет его сохранить. Открою. А как там сделать, чтобы на заставке был шотган, а не какая-то ерунда в окошке? Вообще без понятия. Это я хз. Ну, а если посмотреть, у ребят там тоже чисто идет какой-то скриншот берется рандомный из процесса работы. Я даже не знаю, можно ли вообще сделать, чтобы заставка какая-то конкретная была. А кто это? Ну, сейчас покажу. Вот этот перец, который уроки еще делал по хардсерфису. Этот. Вот. Да он. Я просто его аватарку запомнил. Она мне Бринг почему-то напоминает. У него так тень тут, это шея длинная, голова маленькая. Аватарка такая прикольная. Может быть, мне здесь использовать другую курвату попробовать? Сейчас попробую. Эту задержку устанавливает Twitch в зависимости от народу в
чате количество подписчиков. А, ну понятно, то есть у меня подписчиков мало, поэтому я в пролете. Сейчас посмотрим, что тут у меня получится. Ну, кстати, такая даже курватура покруче будет. Упс, а что это такое? Что я не так сделал? Блин, я по-видимому... А, все, я же сверху слой создавал с курватурой, чтобы проверить. Все время говорю себе, что надо слои переименовывать, ну, сразу сдавать имена слоям, все время забивая на это. Так, это у меня. В целом, я с большего, то есть средний этап текстурирования я закончил. То есть можно переходить к следующему шагу, наверное, да, к мелким уже деталям. Но опять же, это ни в коем случае не означает, что типа возвращаться к прошлым, ну, к средней детализации нельзя. Можно даже на таком этапе всегда вернуться. Опять потемнело. Я сейчас добавлю сразу вот эту штуку, которая называется побежалости. У меня хороший такой этот ракурс был. Вот. Это синьку сейчас буду добавлять. Кстати, тут если посмотреть на самом стволе, окисел выцвел. То есть пушка здесь более яркая, но у меня... Пушка и так сама по себе яркая. Если я не уверен, стоит ли мне добавлять такой же эффект. Но надо подумать. Сейчас добавлю вот это синьки. Создам ее сверху, наверное. Так как он у меня идет на два материала, на темное железо, на светлое железо, то нету смысла мне ее в папку закидывать, наверное. Или сейчас я рисовать там буду вообще. Ладно, короче, вначале сделаю отдельную папку совсем, которая будет вверху висеть над всей сценой. Кружка прям топ выходит. Свичмарк. Спасибо за топ.
это назвать? Назову fire effect. Я думаю, буду делать его с использованием типа как-то градиент мапы. Ну, по логике, даже не по логике, а по технологии, типа. Градиент мапы. Так, и, наверное, фотки сейчас поищу получше на этот эффект. А я имею в виду на эффект, который называется побежалость. Название такое. Бежалость. Серега, у тебя же видос пишется? Да, я каждый записываю. Единственное, было пару раз, я забыл кнопку нажать. Но вообще я всегда пишу, если не накосячу и не забуду нажать кнопку. Дать комменты и ногам рот. Да, да, да. Я как бы думал, конечно, о таких вещах, но это капец, столько дополнительной работы. Но вообще, я думал о такой фигне. Просто лень такое делать, там реально столько надо потратить времени, чтобы это все заобрезать, там, ну, выкинуть лишнее, где-то звук там почистить или еще что-то, комментарии оставить. Это, блин, такая нудная, долгая работа. Ну, конечно, надо ее сделать. Вот здесь хорошо видно. О. Вот этот эффект сейчас буду делать. Ну, тут можно куча разных вариантов посмотреть. Марк, ты, кстати, сегодня будешь запускаться? Посмотреть, что ты там наделал по этому, по лайауту. Интересно. Сейчас я подумаю, как бы мне это сделать. Я, наверное, вначале просто маску какую-нибудь сделаю, да? Рандомную. Как бы поставлю ее расположение здесь. Маскирую ее. Потом на основе этой уже маски, типа, ну, сделаю фильтр градиентовский. То есть у меня будет два слоя, наверное, или как, сейчас подумаю. Не, я сделаю один слой, выключу у него все. То есть меня интересует только черно-белая карточка. Внутри маски сделаю какой-нибудь шум, который напоминает вот узор вот этот вот. Градиентный, мягкий, я даже примерно уже знаю, какой возьму. Возьму эти новые шумы, которые мне очень понравились. Еще клевые. А то, что они в последней версии добавили, очень круто, конечно. Сейчас я попробую два шума, которые мне понравились, которые, мне кажется, могут подойти в данном случае. Использую, как всегда, triplanar. Можешь подсказать, как в Painter сделать алюминий со следами обработки, то есть не чистый лист, а чтобы были характерные полоски через альфу. Так-то нарисовал, но линии получились толстыми. Инстаграм скан. А ты можешь кинуть, ну, например, референс? Чего ты хочешь добиться? Но я тебе уже на основе референса, может быть, что скажу. Это так сложно на словах представить, что тебе надо. То есть тут такой узор получается волнистый, типа, да? Вот это как раз хорошо подходит.
Ну, мне так, по крайней мере, пока что кажется. Посмотрим, как это будет на деле. Сделаю Paint, где отмечу конкретные места. Оставлю некоторых. Если я сейчас пока что не буду запариваться над самим узором, как он идет, как он нарисован, где он расположен. Мне пока что хватит вот просто рандомно сделать какой-то шум, оставить его в каком-то месте и на основе и не как бы его как бы настроить этот градиент мапу. Заливаю белым. Он вообще не для новичков, мне кажется, тут на матерых 3D-шников все рассчитано. А какой? Ты про какой? Ты вообще про все стримы? Вообще, матерость там. Я стараюсь как делать? С простого, то есть первый стрим, он начинается как бы с простого, с объяснения, как с объяснений подробных каких-то, да? Но в случае, конечно, с пушкой я подробный коммент не так сделал, в общем, ну, я вначале не так подробно комментировал, потому что там по ряду причин. Вот, но прошлые стримы, например, я старался как делать. Когда начинается какая-то новая тема, я все подробно рассказываю. Ну, если, например, человек с самого начала, начинает смотреть, то в принципе такой, ну, не супер новичок, а, ну, скажем так, начинающий может справиться. Если, конечно, человек начинает смотреть стрим там где-нибудь с середины, он вообще ни хрена не поймет по-любому. Если тут даже если ты не новичок, будет сложновато. Если надо будет в теме быть. Чем ты там занимаешься? И клевый смайлик, да? Кстати, я же Свичмарку задал вопрос, а он так. А, не, он ответил, просто я пропустил, да, не знаю, я кое-чем другим сейчас занимаюсь, пока не могу рассказать. Лучше потом удивлю. О, что-то там, короче, сюрприз какой-то. Пушка. Ну, давай, давай, ждем. Так, такие линии. Я, кстати, на какой-то в начале стрима, по-моему, такую штуку делал. Но такая штука делается с помощью anisotropic noise. Вот. Вот этот. Anisotropic noise. В нем есть настройки количества шума по горизонтали, по вертикали. Ну, получается, ты по горизонтали делаешь, ну, большое количество линий, по вертикали делаешь, ну, как бы поменьше, то есть как раз чтобы у тебя получились вот такие линии. И если у тебя хватает текстурной плотности, ты вот эту штуку выводишь, ну, вот этот шум выводишь в bump, но только в том случае, если у тебя большое разрешение текстуры. Вот, если не получается, если разрешение маленькое, то у тебя при попытке закинуть это в bump, у тебя получатся толстые линии слишком. Они будут большие. Вот. И в таком случае тебе надо. Да, я его юзал. В таком случае тебе надо этот шум кидать только в base color, в roughness и в metallic. И тогда он будет, ну, с минимальной возможной, как бы, с минимально возможным размером. В один пиксель, короче, по твоей текстуре. Так скажи, что проспал 2 дня и ничего не сделал. Да. Начинается, я вас удивлю, вы офигеете. Но линии толстоватые получаются. По-видимому, у тебя не хватает. Такой Polish Master, я помню.
Две кнопки получить робот. А, ну ты в этом плане? Ну да, я как бы уже о таких вещах стараюсь рассказывать. Но иногда бывает прям, то есть, ну стараюсь, чтобы новичку совсем было понятно. Ну цель я себе, по крайней мере, такую ставлю. Я не знаю, как оно получается или нет. То есть человеку понятно или нет. То есть мне не рассказывают это в этом. Обратный фидбэк еще не получал. Но, по крайней мере, я. Но некоторые стримы, да, есть прям вообще такие сложноватые. Но еще, кстати, будут стримы, это же еще как это. Еще не вечер, еще будут стримы, которые с вопросами там, ну, есть план с вопросами разными, с рассмотрением каких-то таких вот простых совсем вещей. Как-то мы проводили один со Свичмарком, там, правда, мы на созвоне были. Вот, со Свичмарком по Normal Map. В принципе, вот Свичмарк, он, ну, не большого опыта в Normal Map'ах не имеет, но вроде бы как разобрались с тем, как ее создавать, эту Normal Map'у. Я такие вещи, которым круто прокачивать уже сеньора. Ну, может быть, да, вполне. А ты, это ты к тому, что, да, надо побольше сделать такой простой, совсем простецкой информации. Так что я делал. Все, теперь я сохраняю это Venture Points. Пусть это будет эффект. Маск. То есть я сохраняю эту черно-белую маску. Так, стоп, здесь надо удалить лишнее что-то. Сохранил. Теперь создаю, короче, папку. Это будет у меня grad. Grad. Map, назову ее. Здесь у меня будет несколько. Получается, сколько цветов в данном эффекте, столько слоев мне и надо сделать. То есть это голубой такой, потом синий, потом. Фиолетовый. И коричневый. И надо еще учитывать, что эти эффекты имеют прозрачность. То есть, когда получается есть начало. Начало это голубой цвет, а конец это коричневый. И то есть, как раз вот где они заканчивают, еще необходимо делать эту альфу. То есть он должен быть. В прозрачность уходить. Мои навыки упираются всегда в одно. Хуяк и в продакшн, да? Теперь работа только будет заключаться в том, чтобы настраивать, брать этот слой, эту черно-белую маску, и настраивать ее левела. Эффект маск.
Если брать этот черно-белый рисунок, в нем есть градация. Кстати, надо левелом ее подвинуть. Градация от черного к белому. И получается, я беру вот эту вот как бы информацию и конвертирую в определенный цвет. Ну, это если образно, а если как бы по технике, да, то есть какие вещи я делаю. Я сюда закидываю эту маску черно-белую. И с помощью левела я говорю, где конкретно вот в районе вот этого белого, да, где конкретно он будет ложиться, этот эффект. Сейчас я подумаю. Так как эффекта у меня 4, ну поделим, например, однерку, значит, это каждый будет на 0,25 идти. 0,25. По поводу прозрачности я сейчас мне надо подумать, как сделать так, чтобы он в начале и в конце был какой-то промежуток, который делал картинку прозрачной. Мне кажется, это надо мне надо на саму папку, на Gradient Map накидывать. То есть тоже использовать этот anchor point и default. Это лучше спрашивать официально с чатика. Так, я же так и делаю. Предложение всегда. Вот предложение, например, от свичмарка приходило. Там, покажи, как ты делаешь вот это, там, объясни. Ну, я сделал. Просто комментариев вот не приходит, как бы. А так, всегда. Вот со свичмарком общались, что вот хотим, вот предложение было, да, что надо вот устроить что-то типа такое же, такого же стрима, на который уже проходил, да, по его, как бы, вопросам. Что-то такое же еще устроить. Надо будет подумать, в общем. Потому что мне самому-то не всегда понятно, да, что вот хотелось бы там, человеку, у которого нету там большого опыта, что бы конкретно он хотел бы услышать, ну, на какие бы вопросы он бы хотел получить ответ. То есть это так сложновато предугадать. А когда человек конкретно говорит, он сразу все понятно стоит. Ты до скольки стримишь? Го, прогуляемся в кофейком. А ты чё, не на работе, что ли? Бля, сегодня же, кстати, этот Game Award. А, нет, завтра Game Award. Надо будет не пропустить. Я такие штуки вообще обожаю смотреть. Ну, E3, Game Awards. И вот. По поводу комментариев, а можно мутить голосовалки? Да, мутить-то можно, просто... Знаешь, возможно, я как бы не знаю, как это сделать, но я же вот Discord сделал, например, как раз вот по поводу комментариев и по поводу прочих вещей, голосовалок там, ну и прочего. Вот в Discord можно свои вещи, надо будет, может быть, почаще об этом говорить, что вот можно предлагать свои варианты. Там трансляции каких-то, да? Ну, стримов в смысле. Я же говорю, то есть просто мне никто вопросов не задает, поэтому я сам выбираю тему. Жестоко какой-нибудь. Может быть, надо специальный раздел в Дискорде завести, типа предложения. Не знаю. Эффект маск. Эффект. Я отработал. Домой можно. Ну, сейчас я буду стримить
Через 20 минут где-то буду закругляться. Вот, и можно будет прогуляться. Получается, мне прозрачность какая нужна? Мне, во-первых, надо, чтобы прозрачность начинала вот от этого места, да? 2. То есть она здесь будет пропадать. Нет, стоп, наверное, давайте. Главное, чтобы она пропадала к 24. 24, это значит, что в этом районе у меня будет прозрачность. Вот на этой картинке. Сейчас, где она? Вот. Вот на этой, если брать эту картинку, то у меня получается от черного до серого, который имеет значение 25, у меня начинается как бы прозрачность, да? То есть к 24 он уже перестает быть прозрачным. Вот здесь вот, беря эту область. Если мне теперь надо еще один такой же добавить, это... Но будет уже от 76 будет. От 76 начинает становиться прозрачным к черному. Дефолт. Семьдесят шесть и инвертирую. Или подожди, сейчас. Да, инвертировать эффект надо. И здесь использовать режим нарушения Dark. То есть вот такой узор. Но это пока что. Там потом будет видно. Теперь мне необходимо настроить остальные эффекты. Кстати, надо не забывать везде Ignore Alpha ставить. Вот здесь вот. Я вроде и не забываю, в одном месте только забыл. Здесь у меня получается, то есть голубой цвет я наложил, теперь надо наложить синий цвет. Голубой цвет у меня останавливался на значении 25. Синий, значит, должен начинать идти от 25. Ну, то есть, еще раз повторяюсь, если взять вот этот узор, у меня на нем есть 4 значения. Как бы он поделен на 4 участка. Да, в одном участке по... От 0 до 25 серость вот это идет, вся информация вот эта серая от 0 до 25. Во втором от 25 до 50. Ну и там, соответственно, третий участок от 50 до 75, четвертый там от 75 до 100. Пятьдесят пять или 50. Копи маск, паст маск. Здесь у меня, блин, опять у них эти поломались. Что-то не получается, когда создавал проект, было выбрано разрешение или какое-то еще есть разрешение. Сейчас покажу, что... Да, кинь, что вышло. Вот опять у них. Я, короче, скопировал маску. И в новой маске скопированной этот Anchor Point не работает. Да не починили, вышел патч, опять поломали. Наверное, или может быть он в каких-то случаях только работал. Но у меня такое ощущение, что они эту штуку чинили.
Игнор. Эффект. Дефолт. 0,75. Я на Roughness это сделаю постру на эту папку для того, чтобы еще вот эти эффекты как-то на Roughness влияли. Я пока что не особо как это сделал вывод, как какой слой будет менять, ну какой цвет как будет конкретно менять. Но пока что я буду затенять. Точнее, нет, высветлять, высветлять, да. Я вот каждый раз вот путаюсь с этим голосом. Как-то логика, как-то вот эта roughness, когда используешь, логика как-то ломается. Типа, ну, она у меня прикрепляется к глоссу, да. То есть получается, я типа, не глосс, а матовость, матовость, глянцевость. То есть я когда думаю о повысить, я думаю сделать типа глаже, да. А здесь, когда речь идет о roughness, повысить, это означает сделать шершавее, как бы. Повысить шершавость. Я это до сих пор к этому не могу привыкнуть. Так, roughness. То есть я буду делать более матово. Александр Воробьев, здорово, здорово. Хорошего стрима. А сейчас уже, кстати, заканчиваю. Ну, перерыв сделаю, и я не уверен, но есть большая вероятность, что вечером тоже стартану. Так, нормально. Теперь единственное я... Сейчас посмотрю. Это минимум, который у тебя получился. А ты выставлял там, есть такая типа настроечка. Сейчас покажу. Так, ну тут у тебя 4К, да? Я просто сейчас пытаюсь прикинуть, это минимальный пиксель, что это за звук? Сверлят. Человек-сосед проснулся. Все, надо уже заканчивать, потому что пес на меня смотрит осуждающим взглядом. Надо побольше тут накачать фотографий, потому что пока что не очень я понимаю, какой эффект как влияет на... Ну, какой цвет как влияет на матовость, глянцевость. Сейчас, Рон, сейчас, секундочку. Вернусь к моему этому. Берете изображение. Так, секунду, отвечу.
Кстати. Кстати, у нас тут. Ну, он собаки уже на улице просится. Давай, заканчивай. Ну давай. Все, скоро. Так, сейчас. Ну, повеселее решил сделать и тестил. Тестишь Эльбеда. Не, это по безжалости. А ты такой думаешь, о, это как раз это то, что мы вчера обсуждали, типа детская пушка, сейчас мы ее раскрасим. Не, это эффект по безжалости, я просто настраиваю его еще. Сейчас, сейчас, секундочку. Вот, посмотри, есть такая кнопка в... В анизотропик нойз, сейчас я тебе покажу. Вообще логика, да, правильная, ты правильно делаешь все. Вот здесь amount by resolution. И ты получишь как бы вообще самую минимальную, скажем так, возможную толщину, что ли, своей линии. Ну, можно еще, например, tile там увеличить, например. Ну, тут уже я увеличиваю, ничего не получается. Вот, ты получишь самую минимальную полоску. Если ты хочешь, чтобы оно было поконтрастнее, ну, здесь mousse можно убрать, а еще можно sharp применить. Вот. Ну, можешь, конечно, еще на всякий случай попробовать scale на 2 увеличить, да? Ну, в дизайнере с помощью трансформа. Ну, и потом еще под конец, например, применить sharp небольшой. А вообще логика, да, правильная. Просто тебе надо... Где там тот пример, который ты кидал? Сейчас. Вот, да, картинка. Просто ты смотри, здесь надо поанализировать. Здесь недостаточно... Сделать только вот этот полосатый шум. Здесь еще есть маленький шум. Так, это максимальный, да, размер картинки. Здесь еще помимо полосатого шума есть шум другой. И полоски у тебя длиннее, чем здесь на референсе. То есть полоски у тебя длинные. А так ты все правильно делаешь. Просто здесь помимо полосок, ну как я уже сказал, есть и... Другой шум, из-за этого у тебя складывается впечатление. То есть тебе надо его разнообразить. Надо его еще разнообразить. Ну, как-то так. Ну, ладно, я буду завершать, потому что Найтошич уже начинает меня ругать. Говорит, гулять пошли. Создал два слоя поверх, более понял, ок, угу. Все, всем спасибо за внимание. Пока что на сегодня пока. Большая вероятность, что я вечером еще запущусь. Ну все, отключаюсь.